знаю, прыгай сейчас, ничего, руки положили. Здесь, свободно. Держи. Просто на стопе просто держи. Держи. Ни о чем закрыть, ни хенты, ни мунты, там все, не нужно ничего делать. Есть, тебе, не нужно. Сейчас просто держи. Держи. Просто полет. Держи. Увеличивайте постепенно скорость. Здесь скорость. Понятно? Все, давай, работаем. Все просто. Смотрите, вы когда вот тут смотрите, делаете, здесь лежите. Ну что ты? Вот смотрите, видите, он отошел. Не отходи. Вот она работа. Но вот здесь должен быть хики. Почему я вам это сразу не даю? Потому что вы не делаете сюда руку. Вы ее хоть можете сюда засунуть, ничего не будет. Потому что дальше не будет продолжения, понимаете? Здесь лежите, видите, вот они. Вот они. Вот эта рука, то, что вы контролировали. Это хики. Потому что если вы отработали четко ноги, дальше будет вообще фантастика. Если нет, хотя бы вот так. Почему? Потому что если вы применяете силу потом, будет работать. Серьезно. Я если туда впрыгну, уже будем рвать все. Понимаете, задача? Поэтому смотрите. Сначала технику объясняю. Раз. Смотрите, ногу. Ну, смотрите, сбоку. Где движение? Вот оно. Раз. Туда как стрела выйдет. Ровно. Но постепенно это нужно расслаблять. Постепенно увеличивать скорость. Сейчас не нужно будет играть, я досмотрел, вы делаете так, пам, побежал к нему туда. Не нужно этого делать. Прирабатывайтесь. Очень всегда низко рука выходит. Если я к тебе прыгну, что ты будешь делать? Отсюда ты получишь голову. Всегда же прыгай руки здесь, еще отсюда получишь движение. Ты начинаешь разрабатывать, да, видишь? Разрабатываться. И вот эта дистанция. Вот он, видите? Здесь, вот эта рука здесь должна быть. Вот тогда тренировка должна быть. Но учитель должен быть здесь всегда. Сначала бьем, потом заходим. Потом думаем, уходим. Этот вот механизм холостой. Делаем. Давай, все. Прихват не будете делать, но вы должны обладать пятерной скоростью. И вот эти руки, вот эти, плечи туда не подпрыгать, эти руки туда не расслабляют. Ну вот такая работа. Когда вот это видно, я считаю, это офигеть как видно. Если человек опытный, это уже тема другая. Сейчас просто, где задача? Где движение? Смело чувствуешь, фиксация, стоп. Она сделает сейчас. Сначала бить, потом двигаться. Провалилась и хики не натянулась. Пытаешься его забороть. На ваши гири, такое положение, попинаем его. Нет, ты руки так ставь. Смотрите. Так вот, твоя задача, я делаю чудан, ты вот так раз, да, руки. Вот сюда, вот так, вот сюда. Я буду вкладывать на вашу. Фисел, да? Вот, камай, ставь. Нет, руки поставь. Вот. Теперь смотрите, задача какая. Я на него. Ты немножко должен пум, отойди, стать в камае и ответить мне с места. Сюда, вот, это специально. Сюда идти. Опять. Он тренируется. Твоя задача сейчас все время оставаться в состоянии. Отскок или? Да, либо не отскок, а вот смотрите, не отскок. Блин, чистота. Сейчас главное не гигантизм отскок. Сейчас эти движения готовы, да?
нас ноги прилипают, мы двигаемся. Надо не прозаводиться. Вот только четко. И движение, когда я пам, и раз, ты сразу поймаешь уже пам. И я его от этой, скажем, стены гоню туда, он меня гонит назад. Он меня гонит назад. Здесь нужно просто разработаться. И соображай, мгновенно принимать решение. Ты сразу, вот только я увидел, он пам, значит, там мне реакция сразу пам. Точно. Все сюда. Вот ты бьешь мне в лоб. Ты тренируешь себя действовать. Давай, атака. Вот здесь, да? Ты держишь. Здесь твоя атака. Сюда, еще раз, бам. Еще, бам. Где? Бам, тянется, бам. Бам. Да не мимо, не выше, не криво, не косо. Ты не можешь ни вот так никуда делать. Если я здесь, он бам. Смещение, раз. Здесь сработало. Почему сработало? Потому что еще. Потом дальше мы сможем работать. Дальше открывать на ворот. Давайте еще кинем. Да. Тут в этих ногах не стоит усадок, кому еще. Поломать нельзя. Выпалили десятку, поменяли. Опять пам-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 пам. Стоп. Опять поменяли. Понятно? Да, лево самая рабочая, понимаешь? Ага. Потому что ты чистишь правша, да? Да. Левая передняя, она как будто рабочая. Уровень ваши, малаши, кизанинский, джерданский, кизанинский, перевод на яблоцкий и так далее. Все это должно быть. Потянул, ну что. Тут сделаем. Я тренирую чуда. Ты тренируешь чуда. Так, давайте еще работаем на месте и ускоряем. Задней ногой. Но он должен делать так, смотрите. Пам! Переключай руки. Да. Поставь. Я пам! Пам! А ты пам! Пам! Туда! Я сейчас пройду. Да, разбирайся. Пам! Вообще ни к чему. Вот только решение принято, оно ушло. Даже если ты не принял решение, оно должно выполниться. Свободно. Ну, не бойся ничего, свободно, тут легко. Не должны быть зажаты. Вы сейчас тоже пару сейчас встаньте. Задача такая, понятно, что все дело, да, может быть, сейчас начну вот здесь ногу саму, она должна быть как веревка, эта нога. Как веревка, не закрепощайся. Вот это головой. Чуть-чуть кеме, прессингует, бежит. Смотри, давайте сейчас попробуем качалку номер один. Вот, а ну-ка еще раз делай, сейчас дай вот там. Еще раз делай. Вставай. Видите, он в первом движении топает. Не нужно ни в коем случае никогда. Так, встаньте. Сейчас, нет, сейчас пару встаньте и поработайте сначала одну технику, потом, если вы ее схватите, вторую, третью, четвертую. Сейчас у вас, смотрите, видите, как кто-то нормальный. И видите нога, смотрите. Видите это? Смотрите. Пойдите за ногами, внимательно. Видите, я качаюсь? Потом смотрите. Раз, два, ну. Потом тянешься. Происходит действие. У вас должен быть качающий эффект. Типа вот этого. Смотрите, как он. И движение должно быть очень не означает такое. С ноги на ногу, смотрите, смотрите. Теперь, не стой на месте. Что же, девушка, за тобой конец. Понимаешь? Я про ням говорю всегда, гоняйте, блин, себя. У нас правильно. Вот смотрите. Видите, качели, качели. Нога, видите, она не бежит. Сейчас никуда бежать не надо.
Сейчас вот такая работа. Значит, что касается руки, смотрите. Чуть-чуть легко руку, она уходит, ударение уходит нога. Взаимосвязь между руки. Рука, переход, нога. Взаимосвязь пол, рука, переход, нога, взаимосвязь двигательная. Руку дергаешь или просто? А? Руку просто или дергаешь? Нет, она выходит, но она должна так работать, чтобы была взаимосвязь. Если я дерну, она будет взаимосвязь порвать. Давай, разберитесь, поджимаем. Сейчас урамаваши, знаете, вот эти способы перемещения можно делать на основе и урамаваши. Вся техника также исполняется. Но мы сейчас делаем урамаваши. Нет, левая нога, да. Просто свободная. Направо он лево, я вправо. Просто сейчас поработаем, посмотрим, как. Ну, вот сейчас простой способ. Вот сюда ногу выставляете, и урамаваши, от рука. Здесь контрольная, да? Для разработки. Я сейчас просто. И движение. Нельзя? Раз. Здесь нога. Казалось бы, можно скид сделать, да? Но можно все что угодно сделать. Сейчас об этом вообще не думаю. Просто дальше это вот. Здесь движение, ну, руку сход. Легко, свободно. Как вот такой из веревочки состоите. Легко, свободно, да? Чуть-чуть качнули ногу. Сюда движение. Если чувствуете, начинаете падать, сразу моторику вновь включаете. Давай, сделай медленно. Что я показал? Еще раз. Да, только не крест, не скрестное движение, а сходи немножко в сторону. Чтобы не двигает. Да, только кресты не делайте, потому что кресты очень классно. В сторону движения, да, и технику выполняем. Все, давайте поработаем. Ничего сложного, сейчас просто поработаем. Сейчас просто тренировочная практика, раз, здесь движение, очень коротко, уже практически в обнимку. Это управление, видите, с такого расстояния. Сейчас просто по прямой подходить, надо обходить и старайтесь меньше наклоняться. Вот. В прямую, чтобы можно было дальше вывести. Это знаете, как можно четко научиться? Просто надо этим заниматься и все. А чем вы занимаетесь, то вы обнимете. Здесь даже дело не в растяжке, а в стратегии технических этих действий. Давайте попробуем. Нога к ноге, да, подходит серый, та серый, нога, серый, почти к этой ноге, сразу на вашу. Да, ну чуть-чуть руку. Не, нога, задняя, посмотрите. Задняя нога, она вообще должна быть здесь, вот, вообще в притирку, чтобы вы могли ударить. Все, поработали.